Лечение рака может быть быстрым и недорогим, по крайней мере, так уверяют украинские ученые, авторы сенсационной разработки. Говорят, их вакцина позволяет продлить жизнь пациентов и даже остановить болезнь на ранних стадиях. Так ли это, выясняли наши корреспонденты. Испытания вакцины против рака на подопытных животных очень показательны. После введения препарата крысам злокачественная опухоль начинает быстро сокращаться, а через месяц и вовсе исчезает. На месте опухоли вот остался маленький шрамик, который там буквально через недельку-две зарастет. Действие вакцины, созданной с помощью биоинженерных технологий, заключается в мобилизации иммунной системы на борьбу с опухолью. Уже сейчас препарат спасает жизни сотням пациентов. За время работы над вакциной институт накопил очень обнадеживающую статистику. Применение вакцины увеличивает продолжительность жизни на 40-50% в зависимости от гистологического типа опухоли, вот, по сравнению с теми пациентами, которые получали классическую терапию. Несмотря на впечатляющие результаты, вакцину от рака до сих пор не внесли в протоколы лечения. Минздрав не лицензирует препарат. Пока украинские ученые ожидают легализации вакцины, их американские коллеги отчитываются о разработке аналогичного лекарства и называют это прорывом в онкологии. Цей прорив, я хочу сказати, що ми зробили ще 20 років тому назад. І в нас сьогодні є результати ефективності застосування протипухлинних вакцин в клінічній практиці. І достатньо високі результати. Сейчас украинскую вакцину используют только для пациентов, которые согласились на экспериментальное лечение. Среди них Валерий Николаенко. Он перенес 3 операции по удалению опухоли и метастазов. Но это не остановило болезнь. Надеется только на новые технологии. Я стал себя чувствовать значительно лучше. У меня уменьшилась утомляемость, появилась определенная бодрость. За разработку вакцины против рака в прошлом году институт получил государственную премию. Парадоксально, но при этом лицензии на использование препарата во врачебной практике до сих пор нет. Лина Зеленская, Ольга Клюева, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.